друзья, всем привет! Вы на канале Fishing UT. Приехали с ребятками на рыбалочку. Куда-то меня привезли. Куда-то меня привезли. 80 км примерно от дома. Сколько еще идти? Полчаса. Тихо, можешь машину закрывать? Вот, еще полчаса где-то ходом. Придем на место, включимся. Пришли на место. Такая вот река широкая. Сейчас определимся с местом. Люди по-разному сидят, кто-то подходит, там сидят. Сейчас немножко кофейку попьем, определимся, разложимся. Погодка хорошая. Градусов 7-8, наверное, уже. Снежок, тепло. Друзья, Виктор у нас обрывился, смотрите. Дернул, чуть руку себе вывернул в этом. Какую рыбину поймал, ёршика? На живца, да? А? Чё, на донке оставишь? Так что, сели тут пока, попробуем. Будем раздраконивать рыбку. Сишка одного поймал уже. Начало есть. Друзья, пожалуйста. Так, друзья, немножко поменял место дислокации. Сидел вот там, за желтой палаточкой. Ничего не клевало. Сюда переехал. Вот, пожалуйста. 5 сишков. С Михаилом, конечно, не сравнить. Там надергал он. Глубина, вот, смотрите. Метра нету даже, наверное. Около метра. Прям другой раз, прям подо льдом клюет. Есть. О, небольшой. Но все же приятно. Друзья, я целый день стоит вторая удочка. И вот только первая рыбина на нее. Ух ты, блин. О, поклевочка. Опачки. 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 Вот она. Я какого сишка вытащил аж. Удочка затрещала. Какой хороший. О, была поклевочка. Профугал. Опа. Есть. Есть, друзья.
друзья, в моем полку немножко прибыло. Потихонечку поклевывает. О, поклевочка. О, долгожданная. Опс, поклевочка. Так. Оп, есть контакт. Сразу могу сказать, рыбалкой очень доволен. Так я еще никогда не рыбачил. И впервые вообще я ловлю даже сига вот так вот. А сколько налима еще? Просто для меня такая рыбалка впервые. Сейчас я... Оп, поклевочка. Опс, опс. Вот ты мой кроссовчик. Друзья, смотрите, что вообще Михаил натворил тут. Это просто совсем с ума сойти. Я не знаю, сколько тут. Ну, наверное, штук 200 сишков. Вот это да, вот это улов. Удочку хотел. Вот так вот, друзья. Вот это рыбалка. Посмотрите, пока не видишь, за мормышки вообще. Черненькая такая. Черненькие все. Вон долбил-то тоже, блядь, дядя Витя. Килограмма 2. Так греть не клюет. В общем, друзья, все. Сишком завязываем. Сейчас еще доночки. Если Михаил нам даст, немножко им постоять. Доночки тряханем. Отдельно выпуск сделаю, по налиму отдельно, по сигу отдельно. Сейчас соберемся, палаточки. А, Михаил! Рыба наловил! О! Это называется удачно, удачно половил. Вот это улов, вот он такой хороший сижок, все, дорогой, матерый. Меня сорвался. Тебя сорвался? Черненько, сбился. Высыпай заново. Вот это удачно Михаил съездил. Ай, друзья, мой улов. Не знаю, сколько штук тут. Ну, тоже хватит мне. Мне понравилось. Конечно, опыт нужен в этом виде спорта. Но со временем все придет. Я думаю, я впервые тут. Так что... В общем... Народ уже потихонечку собрался. Считаю, уже было человек 100, наверное. Не знаю, может, человек 30 осталось еще. Ладно, в общем, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.